И вот такой хаос здесь с проводами. Кнопка включения. Далее здесь запаска. Здесь еще какой-то модуль. Вот. Что у нас там внутри? Внутри идет сценосвет. На поворотнике еще какой-то модуль стоит. А, модуль света с поворотниками. Родной Cross RC. Уже я с ним сталкивался. Звуковая система. Всем привет! Как вы помните, в последнем видео с нашим геликом произошло небольшое ЧП. Во время покатушек положил для веса лепошку, а она, получается, разболталась и плюс с минусом где-то коротнул или попал на, как говорится, на клипсу. Ну и, короче, тот аккумулятор загорелся, ну и, соответственно, вся корка сгорела. Как я уже много раз говорил, гелик, сама по себе тачка, может быть и не супер практичная, вот, но она мне нравится, и я хотел ее сделать, чтобы она хорошо ехала. В принципе, я ее хотел сделать для зимы, вот, ну, как говорится, надо испытать, на какие подъемы она берет и все. Поэтому и ездил, катался на ней, нагружал ее посильнее, потому что резина мало проминалась. Но теперь я сейчас подрежу, как это называется, подрежу поролончик внутри, вот, сделаю поменьше, потому что веса будет все равно немного. Вот, ну и так как он сгорел, хотел было купить корку от TRX, но ценники очень заоблачные. Вот, и решил я пока снять кузов с Cross RC, потому что шасси у меня забрали. Вот, и решил попробовать его поставить на гелика. Вот, но так как тут у меня колеса стоят большие, и для выворота вот эти диски я выносил, как вы помните, вот, они немножко сюда, ну так, немножко нелепо смотрятся, такие дюже здоровые. И тут буквально совсем недавно попалось мне объявление, где продают тоже гелика, у которого сгорела электроника. Вот, ну и я решил все это дело приобрести. Теперь снова у нас есть кузов гелика, шасси в отличнейшем состоянии, и это шасси без каких-либо доработок. Соответственно, и база та же самая. Вот, и давайте посмотрим, подойдет ли на эту шасси наш кузов и как это будет смотреться. Потому что здесь я уже сделал, здесь у нас уже откидная кабина, вот, осталось только фиксатор придумать, и немножечко пониже надо будет опустить сам кузов. Вот мы его сейчас снимем. Так, это бак снимем. Опа. Шасси отодвинем. И посмотрим. Ну, в принципе, сейчас пониже немножко сядет. Да, колесики поменьше, но зато прям ширина так, как надо.
мосты у Cross RC схожи. Так что нашего гелика, погорельца, будем все равно восстанавливать и ставить на него оригинальную корку и доделывать его до конца. Только теперь будем катать поаккуратнее. А кабину Cross RC перекинем на гелика полностью стокового. И уже посмотрим, как он поедет. Возможно, поставим чуть-чуть побольше колесики, потому что 130 прям велики, может быть, 120 поставим. Либо еще вот такая вот елочка у меня есть, аксиаловская. Посмотрим, сейчас соберем, как это что будет дело смотреться. Видео сейчас снимается мало. Но, если вы подписаны на мой инстаграм, там информация периодически появляется. Вот. О новинках от всяких. Так что, кому интересно, подписывайтесь. Будущие проекты там все, как говорится, высвечиваются. А по, значит, тому, что осталось за кадром, сейчас быстренько пробежимся. По шасси. Вот он, самый первый гелик. Я его сделал вот на такой рессоре, на такой подвеске. Вот. Сюда надо будет поставить или рессоры, или амортизаторы, не знаю. Вот такая шасси под грузовик. Так, дальше. Новый гелик, это вот этот. Будет на этом шасси гелика. Ух, одни гелики. Будет заводская корка. Вот такая еще у меня шасси. Тоже от Cross RC. Здесь у меня вот так вот выполнена коробка передач. Здесь раздатка с функцией отключения переднего моста. Вот. На этом шасси у меня будет строиться ЗИЛ-131. Я потихонечку его собираю по возможности. Вот. Вот такой. Вот такая модель. Итого у нас уже получается 1, 2, 3, 4 шасси под 6 колес. Вот. Одно уехала. Так, далее. Тяжелые такие, прям весомые получаются модели. Что еще есть? Есть рама от первого аксиала, на который я переносил коробку в заднюю часть машины, так как хотел поставить раздатку. Но скорее всего, это мы дело забросим. Стояло это все на порталах от МСТ. Вернем мы, значит, стандартную аксиаловскую коробку сюда. И поставим на эту шасси кузов Траксуса Tactical Unit и будет у нас такой, так сказать, не до Траксус, но на порталах. Сравним его сравним его с TRX, как портал от МСТ едут против порталов от Траксуса. Но на МСТ, получается, у нас будет только одна скорость. Вот. На Траксусе там две. Но я так понимаю, что поедем, наверное, там на повышенной, а здесь какая есть, чтобы для сравнения было. Вот. Так что такие вот дела.
все надо собирать, просто нет времени. Много всего чего есть, но мало времени на это все. Так, далее, что еще у нас? Буханочка лежит. На буханочку я сделал вот такую вставку. На принтере напечатал руль, сделал туда, ну там видно не будет. Здесь я еще отпечатал сюда воздухозаборник. Буду выпиливать туда его, вставлять. Вот такие вот копийные будут поворотники, как оригинальные, пополам деленные. Ну уж со светом не знаю, что посмотрим. Может быть, вот эти вот ПВХ уберу элементы, а сюда сделаю от этого, от журнальной серии, от УАЗика, от козла. У меня есть две морды, и сейчас подписался на подписку, третья будет. Как говорится, хочу собрать УАЗика полностью... полностью в металле. Так что если кому-то нужен кузов этого УАЗика, пишите в личку. Морда железная будет, копийная, уже она есть, так что поставить можно, собрать. В принципе, с ним делов не очень много. Подзашкурить, подшпаклевать, и можно красить уже. База 313, масштаб 1:8. Так что, кто подписался, не отписывайтесь. Движение будет. Движение потихонечку налаживается. Вот. Посмотрим сейчас. Переберем, значит, в ближайшее прям время Cross RC. Переберем грузовика. И поедем тестировать. Поедем покатаемся. Видео, соответственно, на канале в ближайшее время. Ну все, всем пока, спасибо за просмотр.